Шестая серия. Москва, Иркутск. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. К сожалению, много битых файлов. Попытка восстановить оказалась неудачной. То есть битые фрагменты стали заменяться фрагментами нормального видео из других временных. Других временных участков. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Так, вот этот участок файл битый, но здесь беда в том, что пропал звук, главная картинка сохранилась. К сожалению, не везде так. Thank you.
Так, приближаемся к мосту. Трасса М7. С левой стороны вдалеке Мамадыш или Мамадыш. Что за мост? Так, мост через реку Вятка. Придется заполнять музыкальными фрагментами. С правой стороны, походу, река Вятка на разном... Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. На разном расстоянии. С правой стороны населенный пункт Покровская. С левой стороны Новая Мурзиха. С левой стороны, походу, населенный пункт Большие Армалы, и рядом с ним населенный пункт Лекарево. Ну, будет поворот, но это впереди.
Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90. Справа по ходу Танайка населенный пункт. Приток реки. Который проходит через Танайку и впадает в реку Вятка. Название прочитать не могу. Нет его просто. Движение условия движения вполне комфортные, облачно. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90. Погода пасмурная, но условия движения очень комфортные. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90. А если нет, то ЖД вокзал тогда. Да-да-да, я сейчас посмотрю и сообщу тогда. Да, хорошо. Но я на самом деле, смотрите, я еще далековато от Уфы. Ага. Ну, все хорошо, я тогда посмотрю и перезвоню. Организатор проекта лично изучает трассу, условия движения. Я считаю, ну, что... Да, смотрите, я посмотрел по навигатору, но у меня аэропорт на самом деле остается в стороне, а поэтому лучше тогда к ЖД вокзалу. Ну, по времени мне... Ну да, да, у меня время московское еще. Время у меня московское еще. То есть... Алло, алло, слышите? Алло. Алло, сейчас слышно? Да, я говорю, я еду по московскому времени, а у вас уже плюс один, правильно? А, плюс два даже. Ну, в общем, мне километров 230, наверное, до места. Ну, побольше. Часа три, наверное, 3,5. Да, я тогда буду сейчас подъезжать, я наверное. Сейчас меняется поездка. Угу. Да, это значит. А, ну ладно.
если встречу, остановлюсь. Впереди мобильный пост ДПС «Контроль скорости». Ограничение 90. Ну, я понял. Ладно, пап. Все. Ну, сейчас уже нету. Да. Не знаю, может чуть дальше. Это я по телефону с ним разговариваю и не помню о чем. Наверное, ценные указания давала. Да, все хорошо, давай. Так, впереди. Впереди мобильный пост ДПС «Контроль скорости». Ограничение 70. Впереди река Кама. Набережные Челны. Но этот фрагмент, по-моему, проезжали в темное время суток в прошлых видео, когда ездили. Куда же ездили-то? В Кемерово и в Красноярск. Ну вот сейчас есть возможность. Впереди мобильный пост ДПС «Контроль скорости». Ограничение 90. Посмотреть этот участок в светлое время. Приближаемся к Каме. Ну вот она, река Кама. Все, я в набережные Челны уехал, переезжаю. Какая тут река у них? Кама. Ну, в общем, по мосту еду. Да, без проблем, отправляй. Ага, давай. Будет информация, сообщи мне потом, ну, как узнаешь, что это. Блин, ну вот у меня, к сожалению, не получится поприсутствовать. Так-то, конечно, знала знакомых, были, но соседи жили через этаж сколько лет. Ладно, печально. Впереди опасный поворот. Ограничение 60. Thank you.
Вторая камера. Контроль средней скорости. Ограничение 60. Вот набережная Челны. Так, ну вот, площадка перед торговым центром. Кратковременная остановка. Набережные Челны. Ну, это, по сути, объездная дорога набережных. Центр города слева остается. Один. Я вот не люблю
когда сзади теснятся. Поездки дальние, чего дискомфортно. Не по городу же так. Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 60. Ну, слева по ходу движения промзона, промышленная зона. Ну а набережные Челны остались уже позади. Ну, далеко впереди Уфа. Трасса М7. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. Очень приятно. Впереди камера. Ограничение 70. Камера в спину. Ограничение 70. Ограничение 90. Панорама сбоку. Ну, такие красоты по дороге, просто было бы несколько камер, можно было бы снимать и левую, и правую часть. Пейзажи великолепные просто.
дорогу отремонтировали, поэтому разметку еще не успели нанести. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90. С правой стороны сосновый бор. С левой стороны верхний Такермен. Накрапывает дождик. Большие заторы. О, Господи. Причину заторов вы уже видели. Все понял, хорошо. Сельскохозяйственная техника. С правой стороны Кузьметьево, населенный пункт, сдерживает движение. Пошел временами дождик, полотно скользкое.
Чем опасен дождь летом, если его длительное время не было? Полотно дороги пыльное, и вот первые минуты на поверхности образуется такая скользкая пленка. Это очень опасно. С левой стороны далеко Коноваловка, примерно в километре от дороги. Далеко впереди Юртово. Юртово с левой стороны по ходу движения. Впереди мобильный пост ДПС «Контроль скорости». Ограничение 90. Обычно, когда на трассе перевозят спецтехнику, спереди и сзади должен идти автомобиль с надписью «Тихоход» или «Не габарит», или «Широкая», или «Большая ширина», что, ну, предупреждение какое-то. Ну, это не всегда выдерживается. Парная камера. Контроль средней скорости. Ограничение 90. Короткая остановка. Мост через реку Мензеля.
Это Блаблакар. Очень важно в дальних поездках использовать новые щетки, дворники. Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 90. Спросили, типа, чем вы занимались там на том месте работы. Может, они узнали и решили, ой, а что нам брать сотрудника от конкурента? И решили это продинамить. Впереди река Аю. Небольшой такой ручей. Федеральная трасса М7. Маршрут Москва-Иркутск. Движение в сторону Уфы. Позади остались Казань и набережные Челны. Да, здесь стоят.
Так, река Ик. Сейчас вот хочу обратно. Получается, нужны торговые представители по горе. Эти дни обычно по 8 часов. Куда ездить? Да? А вот в чем заключается работа торгового представителя? Ездить по магазинам, договариваться о поставках? Ну, да, вот я, у меня уже база есть в магазине. Ну, говорят иногда, ну, открой еще пару точек. Заводишь новые точки и с ними же работаешь. В основном ты возишь просто на корпоративной машине сигарет, у меня ларгус. Я считаю, в магазин заезжаю, отгружаю, они там или наличкой, или в рассрочку. С правой стороны населенный пункт Паисево. Впереди река Базяна. Парная камера. Контроль средней скорости. Ограничение 90. В смысле не в курсе, если этот я ему после каждого его нажатия кнопки все время перезванивал.
короче, ладно, все, я вот не хочу сейчас думать об этом. Давайте миритесь там. И мне не высказывайте. Миритесь, что вы жили хорошо. Сейчас около 180 километров до места. Вот. По времени где-то 16-16.30 московского времени. Вот я не помню, сухой, сколько час разница или два. Я не знаю, письмо на килограмм 20, потом плюс ручная кладь, не больше 7 килограмм. Ручная кладь там, да, 7 килограмм, и потом самое. Да, 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 здравствуйте, это Олеся, да? Да, да. Смотрите, я буду в Уфе, вот мне ехать где-то 180 километров, да, 170-180. Я буду на Южном автовокзале и на ЖД вокзале, вот вам где удобнее будет? Ручная кладь? Нет, не сломана. Ага. Да? Упустили меня. У тебя что, перевес? Ты взвешивал? Ты сейчас где вообще? Ага. Да, 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 я тогда так, ну вот, еду тогда туда же, и там вас соберу тогда. Да, действительно странно, что не видели, потому что я еду аж из Казани сейчас. На сколько выехал из Казани? Механика прикольная, вот, потому что она и порезвее автомата, пошустрее, но, блин, вот если ехать, ездить на ней по трассе, все хорошо. Если в городе с пробками, со светофорами, блин, ну ладно светофоры, но с пробками это просто ты замучаешься ее постоянно дергать. Дрочить. Первая, вторая, третья, первая, вторая. Ну, зато надежнее какая-нибудь. Ну, и подешевле. И при покупке, и сама коробка в случае чего. Вот я это, в дальнейшем думаю про эту коробку автомат, ну, чтобы жена тоже ездила. А то, она не сможет на моем грузе кататься. Как-то я ей дал порулить, что-то она вообще не может, не умеет. Это дело привычки, а есть права вообще? Есть, да. Впереди опасный поворот. Ограничение 50. Ну, граница Башкирия, Башкортостан. Она большая. Ну, там строгого режима, да? Да, да, там вообще самый строгий. Они, наверное, там все, каждый по
Башкортостан. Дождь. Это так город не знает, а и лучше не знать. Экскурсии туда не делать. Заходили в магазин лишний. Там на территории тюрьмы, там уже, где главный вход, там магазин есть. Ну, где заключенные там что-то делают, там всякие кораблики, сувениры. И вот это вот продают в магазине. Всякие там шкуры, слесы. Потом медвежьи подают, чучело там, рога. А самолет во сколько? Ну, по-башкирскому 23.30. А, ну успеваешь. Да. С запасом прилично. Ну, там просто это, надо за 3 часа, короче, перестать. Там уже. Там рейс самый дешевый, там не особо. Я всегда на нем ездил. Только его не во всех городах там есть. Маленьких нет. Где-то население там 10-20 тысяч. Там где больше 100 там есть. Справа, походу, и сами этого населенный пункт. Примерно километры. Трасса М7. Маршрут Москва и Иркутск. Листьянка. Слева, походу, верхняя Киева. Вот.
пост ДПС. Ограничение 60. Впереди по ходу лесной массив, слева и справа от дороги. Нефтяные скважины, качалки, можно видеть слева и справа. Впереди по ходу с правой стороны Ишкарова постепенно заканчивается шестая серия. В очередной раз напомню, что, к большому сожалению, много битых файлов на этом маршруте. Надо максимально аккуратно врезать битые участки. Поэтому могут быть скачки. Серий впереди еще много. Это только второй день.
Течение 60. Второй день движения. Их всего будет 7. Имею в виду до Листьянки. Справа по ходу Лаяшты. С левой стороны Осянова и мост через реку Куябуш. Так, завершается шестая серия после обработки. Предложу вашему вниманию седьмую серию. Глаза быстро утомляются.
днем я больше проеду, чем ночью. Потому что ты не знаешь еще, какие участки там дороги, где-то дорога плохая. Куда я в яму летишь. Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 60. Кстати, там на севере вроде даже жарче, чем у нас. Ты погоду смотрел. Жара. В Иркутске, я не знаю, сколько. Ну, в Иркутске что-то около в районе 18, по-моему, было. Но хотя бы не дождь. Там вроде в Челябинске уже не дождь. Вот у меня вот в городе 21 градус показывает сейчас, а в Нижневартовске 26. Там даже артёр. У нас в Челябинске. Челябинск 26, но облачно. И то мало облачно. Короче, нам нужно срочно это за перевал свалить. Ну все, я на этом заканчиваю комментарий. До следующей серии.